В Одессе за последние сутки количество выпавших осадков превышает норму в 3 раза. Фотографии социальных сетей показывают, во что превратился город Одесса после непогоды. Несмотря на сильный дождь и порывы ветра, коммунальные службы Одессы ликвидируют последствия стихии, сообщает официальный сайт города. В частности, сотрудники предприятия «Городские дороги» очищают ливневые стоки и откачивают воду с проезжей части. Но, несмотря на это, проезд по многим улицам города по-прежнему затруднен. Также сообщается, что в службу «Горзелентрест» поступило 10 заявок из-за обрушившейся на проезжую часть деревьев. Как сообщает гидрометцентр Черного и Азовского морей, 20 сентября непогода в Одессе сохранится. Ожидается сильный дождь ночью и утром, местами очень сильный, гроза, видимость во время дождя 200-500 метров, ветер постепенно стихает до 23 метров в секунду. Водители просят без особой необходимости не выезжать на дороги и не оставлять автотранспорт на проезжей части.